В последнее время в рамках программы самоуправления активно ремонтируются и благоустраиваются дворы в разных микрорайонах Даугавпилса. В этом году большие перемены произошли во дворе домов по улице Пекрастес. В честь завершения ремонта 11 сентября состоялся праздник двора, где всех ожидал концерт, аттракционы для ребятни, конкурсы и призы. Мероприятие было организовано Домом культуры Форштадт при поддержке Думы и Дома единства. Я рад, что в этом году мы все-таки решили многолетнюю проблему жителей Нового Форштадта и отремонтировали сразу 5 дворов. В ходе ремонта нам удалось расширить значительно стояночные места, отремонтировать тротуары, заменить освещение. И сегодня было принято решение также сделать в новинку для нашего города праздник двора, где собрать жителей этого микрорайона, провести здорово вместе время с детьми, организовать концерт, чтобы наши детки тоже могли бы себя показать своим родителям, чего они уже достигли. Я надеюсь, эта добрая традиция войдет в постоянную традицию в нашем городе, и мы так будем каждый раз завершать хорошие реконструкции наших дворов. Жители прилегающих домов высоко оценили преображение двора. Он стал намного более ухоженным и удобным как для автомобилистов, так и для пешеходов. Особенно рады молодые мамы, которым теперь легко и удобно гулять с детскими колясками. Все очень нравится. Тут была яма на яме, ездить невозможно было. А сейчас довольно-таки все очень быстро сделали и очень удобно. В принципе, мы довольны. Конечно, намного стало лучше, чем было. Идея о том, что концерты могут приходить во дворы жилых домов, впервые была обыграна во время праздника города, когда организация больших мероприятий была запрещена из-за пандемии. Тогда поступило много положительных отзывов от жителей, и дворовые концерты было решено продолжить. Участники творческих коллективов не скрывали волнения и искреннюю радость от того, что после долгого перерыва могут вновь дарить публике позитивные эмоции. Я сама из этого района, прожила тут практически всю жизнь. Отсюда и многие из моих воспитанников. И то, что мы видим, очень нас радует. Кроме того, наконец-то опять происходит что-то интересное, и мы можем принять в этом участие. Дети постоянно меня расспрашивали, ну когда мы будем выступать? И вот, наконец, свершилось. Огромное спасибо всем организаторам мероприятия за то, что дали нам такую возможность. Тем временем близится к завершению ремонт двух объектов на новом строении и составляется план работ на будущий год. А это значит, что реновация продолжается, и у даугавпилчан в дальнейшем будет повод радоваться красивым и благоустроенным дворам. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.